Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Приглашаю вас для просмотра второго гадания на декабрь месяц для знака зодиака Дева. Чего ожидать? И вот на таким арканом у нас второй карты красивые. Мы и будем смотреть, чего ожидать, какие события, с чем приходим к Новому году. Сразу же карты говорят, что подождите, у вас есть хорошие отношения, да, с молодым человеком. Вот если женщина или мужчина наоборот. И нужно подождать. Он зарабатывает деньги. У него ставка на деньги большая, да и вы, как милая дама, мы видим рыцарь у нас, пентакли с деньгами, денежки вращает, все. Вот. И смотрим, что у нас мужчина, сейчас надо посмотреть, что он есть выбор депрессии ваш именно. Молодой человек, которого вы знаете. И сегодня говорят карты, подождите, потому что у вас будут хорошие отношения. Будет у вас император, такой богатый, успешный, самостоятельный мужчина. Но у вас же здесь и рыцарь, пентакли, вот видим мы, какие деньги. У него вращает он монетку такую устойчиво на лошади. И вот ваш такой принц, в кавычках, сидит, четверка мечей, все мечи опустил, настроение вообще никакого. Подавленный он никакой он. Чтобы чего-то добиваться в жизни, чтобы деньги зарабатывать или еще что-то. Он, видишь ли, в такой депрессии. Но есть мужчины, которых вы рассматриваете. И скажу, что даже не в качестве любовников, потому что здесь такая. А у вас одиночество внутреннее. Королева успешная, шампанским стоит, а это все чувства. Вот такие лилии, богатство. Успешная такая, а вот судьбы нету взаимной. И иногда, вы знаете, депрессия. По этому поводу, что семейная жизнь не так сложена, что личная жизнь, хочется хорошего мужчину, замужества, самоуверенная такая, знаете, способная на все, грамотная, а зарабатываете тоже так, знаете, зарабатываете, но не так, чтобы достаточно было то, что вам хочется. А вот для мужчин тоже женщины, они, видите, такие есть, что и зарабатывают, обеспеченные есть, прекрасные, милые дамы. И даже на работе, вот здесь карты говорят, что вы по службе, по работе где-то будете друг друга узнавать. И для одной и второй стороны, да, знакомство это будет, и оно успешно. Хочу отметить, что если вы решаете какие-то вопросы, допустим, наследство, какие-то вопросы, дискуссии, все такая у вас, может, даже с родственниками, или судитесь за жилье. Бывает так, что и элементы всякие. Суд будет на вашей стороне, решение вопроса будет на вашей стороне. Однозначно. Любой спор у вас будет ваш выигрыш. Ну, а мы смотрим и туза у нас, мечей. Вселенная говорит, что у нас со Вселенной птица, если присмотреться, оливковые веточки, там у нас корона. Это говорит, что добивайтесь всего в жизни, и вы победите. Надо быть смелее. И вот еще Иерофант, это старший аркан, серьезная карта, которая призывает быть уважительным и более, знаете, уважать Бога. И быть духовно богаче, обратите внимание, это как призыв от Вселенной. Вселенная вас замечает и помогает. Ну, а здесь мы видим саму королеву жезлов. Если вы стремитесь к тому, чтобы чего-то добиться в жизни, вы сможете работу такую серьезную поменять, богатую. Ну, а здесь у нас есть, видите, карта смерти. Она по-разному рассматривается, старший аркан. Вот любовные отношения и рядом вот такая карта. Эти отношения просто, они умрут. Их не будет. Они уйдут у вас, эти отношения.
вы будете независимая такая. И это грех, потому и старший аркан карта вышла. Духовности призывает то, что нельзя перед Богом это делать. И вот, пожалуйста, они у вас просто как отойдут. Уйдут и очень быстро. Да, вы уходите от этих чувств. Чаша у нас восьмерка, вот видите, чаша. Чаша – это чувство. Это наполненные такие бокалы стоят все. И, казалось бы, все есть, а у вас уже все, нету желания. Это все в душе перегорело. Нет перспективы, видите. Никакой перспективы. Добивалась, добивалась. А будет вот такой, молодой, успешный, талантливый жезлы у нас, шестерка, прославится, он действительно и работать может, и зарабатывать, парень. И будете рассматривать новые виды заработка. Тоже рассматривается, потому что уйдете. Ну да, от этих отношений надо было уйти, потому что там, знаете, и у вас карта интересно закрылась, расклад, солнышко. Потому что тот... Вот, и смерть в отношениях, потому что вот, депрессия, справедливость, какие-то вы будете рассматривать, и судебные отношения нехорошие, умирает, потому что выпивал, любитель зеленого змея и другим увлекался. Вот это все, что запрещенное у нас, семерка кубка, вот она и показала причину, почему выстроились так карты, и любовные эти отношения не тоже никому не нужны. Вы будете счастливы, солнышко. Карта замыкает этот расклад сама. Видите, это то, что будет все красиво и успешно в вашей жизни. Надо верить в лучшее, идите в лучшее. Вы будете просто королевой. Посмотрите. И если у вас какие-то отношения такие нехорошие есть, лучше с ними покончить. И тогда счастье придет. Сама Вселенная. Иерофант призывает. И будет поддержка свыше. Однозначно. Добивайтесь лучшего. Идите в лучшее. Потому что мы видим, у нас и выпали такие мужчины успешные. Потому что вы сможете сделать свой выбор. И вот, пожалуйста, мы видим и здесь, пожалуйста, карты. Вот у нас прекрасный. И у нас рыцарь Пентаклей. Выбор есть, просто вы не замечаете. Вот села в депрессии, прямо, хотя Вселенная дает чашу шампанским, все, только оглянись, иди, поднимись. И знаете как, не надо лентяйничать, не надо депрессировать, не надо, именно проявлять надо активность и идти вперед. Нравится мужчина, хороший мужчина, он не тянуть время, потому что любовник, он занимает ваше время. И просто прошло время, а вы осталась одна, никому не нужна. Казалось бы, есть все, а счастья личного нету. А будете вы свободны, вы всегда встретите случайно, но хорошего мужчину, и у вас завяжутся отношения, потому что вы сможете иметь время встретиться с ним, вы иметь время можете всегда получить свободное смс, никто вас не контролирует и так далее. И развивать отношения, а не быть дежурной для встреч с вашим любовником, который не может определиться в жизни, а он уже нехороший, он изменяет своей жене, например. Значит, и вам будет в будущем изменять, если вы даже его добьетесь. Вот вы будете все время настаивать на том, чтобы быть с ним вместе. Это не совсем хорошо. Я... Просто к слову, потому что карты так показывают. И действительно, если призыв Иерофанта есть, и здесь она умирает, эта любовь. Вот эти выпивки, встречи ненужные тоже. И если такой мужчина, который просто никак, счастья он не даст вам. Менять что-то в жизни, подниматься, солнце встречает вас. Поэтому идите к солнышку, и вот рекомендовано, это совет. Еще кроме того, что рассказывает ситуацию, а они советуют, уходите от этого всего. И у вас будет все прекрасно. Вы встретите любовь красивого, счастливого, успешного. Солнышко будет на вашем пути обязательно. Оно придет. И я этого искренне желаю вам. Успехов, удачи, благополучия вам в вашей жизни. Пишите свои комментарии.
Заходите на мой канал, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, а также приглашаю поставить лайк, мне будет просто приятно, что вы цените и уважаете мой труд. Если есть личные у вас желания получить расклады индивидуальные, есть электронная почта здесь под видео. И есть предложены вам тоже расклады, которые вы тоже можете посмотреть, которые здесь находятся на этом канале, и узнать больше для себя. А я не прощаюсь, заходите на мой канал, а также принимайте участие, будут прямые трансляции. До новых встреч. Пока.